16 февраля кимрские автоинспекторы при несении службы на Ильинском шоссе районного центра заметили автомобиль ВАЗ-2107, который выезжал рывками из дворов. Полицейские решили проверить водителя. Требование остановиться мужчина проигнорировал и продолжил движение. Преследование прошло по улицам Урицкого, Володарского и Троицкой. В задержании ВАЗа приняли участие 3 полицейских автомобиля. После того, как автомобиль ВАЗ застрял в снегу, из него выбежало 4 молодых людей и попытались скрыться. Автоинспекторы задержали нарушителей. При разборе выяснилось, что за рулем автомобиля находился 18-летний парень в нетрезвом состоянии. Водительского удостоверения у него нет. Более того, в 17 лет он уже привлекался к административной ответственности за управление автомобилем нетрезвым. Теперь в отношении него возбуждено уголовное дело по статье 264.1 УК РФ. Далее полицейские установили еще более интересный факт. Владелец автомобиля, 20-летний парень, лишен права управления транспортными средствами и уже ждет суда по такой же статье уголовного кодекса 264.1. В отношении владельца автоинспекторы возбудили административный материал за передачу управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии опьянения. В отношении водителя полицейские составили административные материалы на общую сумму 8000 рублей за обгон на пешеходном переходе, проезд на запрещающий сигнал светофора, непредоставление преимущества в движении, отсутствие полиса ОСАГО, неостановку на законное требование сотрудников полиции.